Даже посадку деревьев в этом садике превратили в настоящее представление. Все роли исполняли сами воспитанники. А главной гостьей праздника стала матушка осень. Как водится, пришла не с пустыми руками, с подарками. И хочу вам подарить саженцы деревьев, которые вы посадите у себя на участке. Будете за ним ухаживать. Помогать осени садить деревья вызвались все ребята. Летом эти дубки будут давать тень, а осенью желуди. Они пригодятся для поделок. В этом садике все идет в дело. Любая свободная площадка превращается в учебное пособие. Мы сажали деревья рядом с нашими дорожными правилами. На этой площадке дети учат правила дорожного движения, выступая по очереди в роли водителей и пешеходов. А еще здесь открыли уголок казачьего быта. Все экспонаты принесли родители. Дети, приходя в этот уголок, они узнают, знакомятся с казачьим бытом, с тем, как жили казаки до того. А для того, чтобы наши дети знали историю, это все наглядно, красиво и понятно для детей. Уже сегодня этот садик ставят в пример. Здесь же все готовы поделиться опытом и не скрывают главного секрета. Было бы желание. Да еще шутят, если такая помощница, как матушка осень, рядом.